Ну что ж, для тех, кому интересна стрельба на дальнюю дистанцию, но при этом совершенно нет возможности тягать с собой длинные стволы, есть в Америке фирма, называется Desert Tactical. И они продают вот такие вот винтовки. Ну, такая дешевенькая вещь. Модель DT-CRS стоит всего $5200. Ну, какие такие мелочи. Сейчас вообще Сергею могу показать при желании. Нет, Сергей там рядом улыбается, услышав эту цену. Он это все это знает. Я тут тоже прихожу, улыбаюсь, типа... 6 винтовок – это вложение, первая выплата за дом. А как бы так поменять? А тут, смотри, сколько винтовок стоит. Раз, два, три. Берем вот эти 6 винтовок, покупаем новый дом. Ну, это шутка, конечно. Оружие на дом здесь, такое оружие не меняют. Вот класс 3, наверное, в принципе. Ну, либо действительно серьезно там вот у хозяина коллекции СВДшек. Вот такие вещи вполне возможно, можно либо продать, чтобы хватило, либо действительно просто поменять какое-то количество на дом. Вполне возможно. В этом штате. Народ-то тут оружие любит. Ну так вот. Вот это в данном случае болтовая винтовка. Буллпапная конфигурация от фирмы Desert Tactical. Где они находятся-то, интересно? Я не знаю, где они. Где-то они в США производятся. Винтовка, скорее всего, предназначена для работы в городских условиях, либо, может быть, даже в лесных, когда дистанция не особенно это и важна. Но компактность важна, то есть легко утащить с собой и дотянуться, куда требуется. Ну, 308 калибр, конечно, не особенно далеко дотянется, но несколько сот метров спокойно возьмет. Ствол-то здесь все равно длинный. То есть ствол-то, получается, вот до сюда идет. Видите? Самое главное, что винтовка еще и не упала, потому что на стекло она тяжелая разобьета. Вот. Ствол не короткий, если серьезно говорить. Конечно, самая большая сложность с буллпапными винтовками – это ОСМ. Обычно ОСМ получается у них такой, так себе. Но вот у таких винтовок за счет чего стоимость-то? Качество не только ствола, но еще и качество сборки, качество материалов, но еще и качество ОСМ. То есть, действительно, можно добиться точной работы. Это, конечно, винтовка совершенно другого области. Это никакого отношения к бюджетным винтовкам не имеет вообще. Но для своей цели в багажнике, например, у полицейского работника там какого-нибудь СОБРа или что-то такого, американского имеется в виду, конечно, я просто перевел на русский, вполне для какого-нибудь штатного снайпера по вызову такая винтовка вполне сработает и дотянется туда, куда не дотянется какой-нибудь обычный калибр. Вот так вот, чисто очень кратко. Это не новинка, но это, по-моему, новая версия тоже из винтовки, что они выпускают. И здесь еще и магазин явно не на один патрон, может быть, патронов на 5, может быть, даже 10. 5? 10, я думаю. 10, да? На 10 патронов Сергей говорит, как вы, наверное, уже услышали. Кстати... Сергей, как всегда, большое ему спасибо, но, судя по всему, у меня это на довольно-таки долгое время здесь последнее видео, потому что на лето здесь по воскресеньям магазин будет закрыт. Так что до осени у меня здесь последнее видео вполне возможно. Вот так вот. Спасибо за внимание. Если у вас есть лишь 5 с небольшим тысяч долларов на компактную снайперскую винтовку, вот приезжайте в All Need Best Firearms. Сергей вам ее с удовольствием продаст. Если у вас права на него есть, конечно, на покупку оружия. А если нет, то не важно, сколько у вас денег есть, потому что не получится. Ну все, до следующего видео. Спасибо.